В доме, где ранее избили 16-летнего подростка, обнаружено тело зарезанной 61-летней пенсионерки. Кровавое происшествие случилось в доме номер 8 на проспекте Химиков в Нижнекамске накануне вечером. По первоначальным данным, женщина погибла от ножевых ранений в шею. В квартире, где, возможно, произошло убийство, проживал ее сожитель. Где он сейчас, неизвестно. Полицейские ведут его поиски. Напомним, в этом же доме несколькими днями ранее произошел конфликт между 16-летним подростком и двумя парнями, в ходе которого потерпевшего избили и вывезли из квартиры в лес, где он и был убит.